Активисты «Молодой гвардии» передали гуманитарную помощь для семьи с Донбасса. Волонтеры привезли крупы, детское питание, а также кухонную технику, кофемашину и кипятильники. Последние месяцы наша команда ведет сбор непродовольственной и продовольственной гуманитарной помощи для беженцев, жителей ДНР и ЛНР, семей, направленных в пункты временного размещения в Краснодон. Наши соотечественники из Донецкой и Луганской республик сейчас нуждаются в поддержке. Напомним, Зинаида Муравель с мужем, свекровью и 5 детьми этой весной приехали в Тюмень. Сейчас они нуждаются в любой посильной помощи. Муж Зинаиды через центр занятости уже помогли найти работу. Сейчас он занимается изготовлением мебели. Детей устроили в школу и детский сад.